dvhub.ru. Которое необходимо будет финансирование, проводить работы, и которое должно выйти в навигацию 2017 года. Поэтому в июне месяце мы уже договорились, мы будем встречаться, обговаривать, решать эти вопросы, чтобы эти подготовка судов к навигации 2017 года уже была вот, в летний период 2016 года. Ну а по то, что касается навигации 2017 года, мы с правительством края этот вопрос обговаривали, пока мы там не видим проблем. То есть вполне возможно, что может быть правительство края там окажет какую-то помощь или возьмет на себя эти обязательства. Ну, то есть навигация 2017 года будет. dvhub.ru